Всем привет! Давно меня не было в Ютубе, точнее, я заходила, но смотрела чужие видео. Сегодня решила записать свое, потому что пришло две посылочки. Одна от Светы из Германии, я очень рада этой посылке, и от Orchids Garden. Сейчас распакую, покажу, что пришло. Ой, Света, спасибо огромное! Так, это пришел бульбофилум. Я потом напишу, как он называется, потому что у нас в переписке со Светой есть название, тут этикеточки нет. Я потом напишу. Так, котлейка оранжевая. Тоже видела у Светы видео. Очень красивый цвет. Кусочек вот. Какой красивый кусок дендра. Прям сказочный. Обалдеть. Сейчас как раз занимаюсь пересадками предыдущих покупок. Сейчас посажу. Прелесть. Огромное спасибо. Так. Эпидендрум. Лапочка. Тоже посажу. Вот у меня как раз тут есть рядышком из пробки такой кусочек деревяшки. Наверное, надо будет только распилить пополам, а то сильно длинный. Как раз посажу сюда. Так, это вообще очень ценно. У меня закончился мох. А тут сразу целый пакетик мха. Огромное спасибо тебе. Ну и дети, конечно, вечером скажут спасибо, потому что дети у меня большие любители этих сладостей. Спасибо, Светочка, спасибо огромное. Так, теперь открою посылку от Orchids Garden. Так, что пришло у меня из Orchids Garden? Распаковала коробочку Сафронитис. Пришел вот такой вот, достаточно длинные большие листики. Неожиданно, я думала, что будет растение с более маленькими листиками. Так, потом Маздевалия Коксинея. Достаточно хороший кустик. Кажется, вот это бутончик. Надеюсь, что это бутончик. Пришла Кампаретия. Такая вот малявка, конечно. Еще, наверное, пару лет надо ждать, чтобы зацвела. Обычно они должны быть побольше, чтобы было цветение. Фаленопсис. У меня когда-то он был, но, к сожалению, я его залила. Мне очень нравятся листва у этого фаленопсиса. Потом это садовая орхидея. Всего лишь один росток. Ну, посмотрим. Видно, что свежепосаженная. Посмотрим, как оно там. Корни разберу потом. Шилашиста. Сейчас. Виридифлава. Вот такая. Тут прямо две шилашисты. Тут два кустика. Конечно, надо сажать на блок, потому что на такой пластмасске у меня не выдержит растение. Не выживет. Так. Бандейнопсис. Оранж сорбет. Честно говоря, не ожидала, что могут выращивать вот в таком субстрате. Обычно ж им нравится более... Ой, все понятно. Более воздушный нравится субстрат. Его просто ткнули в этот горшок. Он явно здесь не рос. Две талумнии. У меня как раз там есть местечко в одном глиняном горшочке. Поставлю туда две талумнии. Дендробиум ладигесии. Малявочка такая, но варигатная, красивый. И фаленопсис Будда. А у него очень прикольные, сейчас покажу,
Они, конечно, повяли, но у него очень прикольные красные... Ай, испачкалась. Красные цветочки. Вот такой вот он... Ой. Вот такой вот он красавчик с красными цветами. Ну, я уже, конечно, этот цветонос обрежу, потому что хочу пересадить его. Не, чтобы цветы не тянули силы. Но корешочки тут хорошие, вот. Тоже розовенькие, симпатяшки. Вот, вот что у меня сегодня пришло и что надо будет сажать. Ну что, продолжу посадку. Всем пока!